Внимание, дети! Декада безопасности дорожного движения традиционно стартует с началом нового учебного года. С 1 по 10 сентября госавтоинспекция рекомендует автомобилистам ездить с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Вблизи школ, детских садов быть особенно внимательными. В рамках декады сотрудники ГАИ проведут уроки в школах, расскажут о правилах дорожного движения. В ГАИ также рекомендуют родителям первые несколько дней пройти маршрут от дома к школе вместе с детьми и на собственном примере показать, как и где переходить проезжую часть.